Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок кадровых агентств России до, во время и после кризиса. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная тема. Ну, по поводу кадровых агентств мы с вами встречаемся, разговариваем, наверное, уже не первый раз. А вот, видимо, специфика того, как они существуют, ну и как, в принципе, рынок труда в эти разные эпохи, да, развитие экономики себя чувствует, эта тема очень любопытная. Итак, я представлю гостя сегодняшнего. Это Алексей Ефремов, старший партнер международной консалтинговой компании «Априори». Добрый вечер, Леш. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Также есть сайт компании finam.fm, на который вы можете писать и задавать свои вопросы сегодняшнему гостю, либо сами, собственно, формировать свою точку зрения на заявленную тему. Итак, мы говорим сегодня, повторю, о рынке кадровых агентств в России. Ну, два слова традиционно, Леш, расскажи, пожалуйста, вот ты представляешь, старший партнер, это практически, да, топ-менеджер, даже не менеджер, да, это совладелец, по сути, старший партнер. Ну, так и есть, да. Так вот, ты старший партнер международной консалтинговой компании, которая в том числе, насколько да, я понял из нашего с тобой разговора предварительного, занимается еще и кадровым бизнесом. Ну, у нас основа нашего бизнеса — это как раз кадровый бизнес. Как давно? Компания работает с 2004 года. Ну и я работаю в ней с основания, то есть с ноября 2004 года. То есть смотри, если мы сегодня, ну как заявлено, как планируем, по крайней мере, будем говорить о временах до, во время и после кризисных, да, то как раз вы попали во все, да, во всех ипостасях, да, поработать успели. Попали, пережили. Да, попали, причем, да, в прямом и переносном смысле, как многие. Ну, как минимум, да, присутствовали вы в трех этих временах заявленных. А, да, говори. Вы знаете, честно говоря, вот эта тема, которую вы сегодня в передаче мы с вами сегодня обсуждаем, она и по сей день, хотя уже сколько времени после кризиса прошло, после 2008 года, она и по сей день актуальна рекрутерами, там, не знаю, нами в обеденных перерывах, то есть и по сей день обсуждается. Да. Ну, то есть какая тема? То, что мы живем сейчас в непростые времена, да, посткризисные, это тема? И это в том числе, но есть на самом деле положительные моменты в том, в послекризисное время. Угу. Потому что все-таки докризисное время оно сопровождалось очень большим количеством таких мыльных пузырей. Угу. То есть мыльные пузыри, они коснулись не только инвестиционного финансового рынка, они коснулись и кадрового рынка. Ну, всех сфер жизни. Да. И могу сказать, мы в этом тоже отчасти поучаствовали. Угу. До 2008 года компании постоянно друг у друга перекупали, используя кадровые агентства, в том числе, безусловно. И вот этот вот очень быстрый рост заработных плат, очень быстрый рост там бонусных каких-то компенсаций, бонусов за переходы. Вот в 2007-2008 году всегда рекрутеры гадали, чем все это закончится. Вот наступил кризис 2008 года. То есть уже, да, накануне кризиса уже такие вопросы возникали? Безусловно, да, потому что все это многие, да, не к добру. Да, запросы многих топ-менеджеров начинали уже зашкаливать, да. То есть, видите, и, наверное, и рынок, да, если говорить о рынке в целом, и каждой конкретной отрасли, ну и с психологической точки зрения, да, есть все-таки такое уже ощущение того, что вот-вот-вот-вот-вот-вот все это закончится, вся эта лафа. Вот, ну, так оно и получилось. Знаете, кризис, да, если вспоминать перевод его, буквально это очищение. Кризис это все-таки позитивный какой-то момент. Знаете, я недавно вернулся с партнерс-митинга, у нас встреча была в Вене, в штаб-квартире. И я вот сейчас, наверное, понимаю, что наш рынок в начале 2013 года стал больше, я говорю сейчас про рынок кадровых агентств, больше похож на европейский рынок. Ну, то есть ближе к реалиям, да, можно так сказать? Ближе к реалиям, да, безусловно. То есть выросли требования компаний к кандидатам, то есть после кризиса бизнес более внимательно отбирает, больше требований выставляет. И если
посмотреть на это с экономической точки зрения, да, то это на самом деле обоснованно, это нормальный процесс, а тот, который в европейских странах был всегда. Ну, может быть, тоже не всегда, просто там, видимо, бизнес-то это, да, у нас-то, чего не коснись, у нас без году неделя, что называется, да, мы живем-то так практически, да, во втором десятилетии рыночных отношений, а там все это есть история. Ну, да. Ну, возраст консультантов все равно мы пока, наверное, младше, чем европейские страны. Ну, причем не каждого конкретно консультанта, наверное, да? А именно, если брать среднюю температуру по больнице, то все равно пока мы младше. То есть ну, ничего страшного. У нас все впереди, да. Опять-таки, да, то есть традиционно мы всегда говорим, что вот рынок пока еще у нас, да, начинает, развивается, недавно он становится на ноги, поскольку... Но, с другой стороны, у нас огромные перспективы. Ну и талантливых людей у нас абсолютно не меньше. Кстати, извини, пожалуйста, я с тобой абсолютно согласен. Единственное, что вот все фразы, которые мы с тобой только что, которыми обменялись, они, как правило, под занавес уже у нас возникают, когда мы собираемся, да, прощаться уже, потому что, ну, это логично, да? А давай мы, тем не менее, сейчас начнем, и, если не возражаешь, прям по таймингу. Вот смотри. Учитывая, да, что ты непосредственно в бизнесе достаточно давно, мы берем докризисные, причем берем конкретный кризис 2008 года. Угу. Сколько все это свежо еще и в памяти, да, и в других органах тела. Так вот, мы берем конкретный кризис, как там за год, за два, за три, да, выглядел рынок кадровых агентств до 2008 года, потом что случилось с ним в 2008 году, как он, да, там себя, где дно он нащупал, да, наверняка ведь тоже. Там было достаточно существенное падение. И потом вот это, видимо, плавное, мало-мало, да, там какое-то восстановление. И что сейчас происходит? Ну, давай, до кризиса. 5-й, 6-й, 7-й год сопровождались ростом. Постоянно были в прессе ссылки на... Единственное, что все расходились только в цифрах. Кто-то говорил, что рынок растет там, по 20% в год. Да, кто-то говорил, что 40%. Ну, кто-то поскромнее называл 15%. Но так или иначе, абсолютно точно все сходились во мнении в том, что рынок растет, рынок развивается, его объем, я денежным выражением увеличивается. Вот, я хотел бы уточнить, а что вот в этом понимании рынок растет? То есть появляется новое количество кадровых агентств? Или количество вакансий и, соответственно, спрос на да, трудовые места возрастает? Или как-то это монетизируется, эта история? Как? Появляется большое количество новых открытых позиций в компаниях. Безусловно, если мы говорим про 5, 6, 7 год, они были связаны с большим притоком инвестиций в страну. То есть надо деньги было окучивать, да, и поэтому нужны были люди. Желательно квалифицированные. Но это не всегда так, да? До кризиса это было не всегда так. Ну, смотри, если мы говорим про... там, все зависит от позиции. Безусловно, если мы говорим про там, средний менеджмент, топ-менеджмент, требования к квалификации, они, конечно, всегда были. И до кризиса в том числе? Конечно, конечно. Если, то есть рынок, безусловно, рос и в общем денежном выражении, и каждое, мне кажется, каждое кадровое агентство само по себе увеличивалось. То есть вот так вот люди там обмениваются опытом. Вас там сколько? У нас сейчас вот столько там человек. Да? И опять то же самое. Ведь не хватает, да? Не хватает народу в кадровом агентстве. Потому что смотрите, сколько заявок, сколько, да, желающих устроиться на работу, сколько заявок от работодателя. Крупные кадровые агентства, безусловно, у себя проводили и это анонсировали школы рекрутера, разные программы по карьерному росту. Кстати, вот смотри, вот в данном контексте, если говорить опять о докризисном времени, рекрутерская школа внутри кадрового агентства, ну, видимо, инициированная, да, как ты правильно называешь, это дополнительный бизнес или это попытка взрастить квалифицированные кадры для себя самого? Это попытка взрастить их, безусловно, потому что профессионалов на рынке... На любом, причем, на любом, конечно. На любом, если мы говорим про кадровый рынок, тем более. Их, я могу сказать, и сейчас не хватает. Да. По пальцам, да? Ну тогда, по крайней мере, можно было по пальцам засчитать. Сейчас, наверное, эта позиция несколько расширилась. Но это нельзя воспринимать было, или, может быть, сейчас так случается, как дополнительный бизнес. Ну вот школу открыл, получили лицензию на обучение, да? Есть же учебные центры при многих коммерческих трудоголиках. Знаете, это, безусловно, есть, но это уже не рынок кадровых агентств. Да. То есть кадровые агентства, как правило, в большей степени занимаются подбором персонала,
кто-то занимается коучингом, ну, неким консалтингом в разных его проявлениях. Это коучинг топ-менеджеров, оценка топ-менеджеров, ассессмент для линейных и для линейного и среднего персонала. То есть разные услуги, но все-таки, наверное, основа всех кадровых агентств, если так денежное выражение брать, процентов, наверное, 98 или 80, это подбор персонала, рекрутмент. Подбор персонала, рекрутмент. Кстати, вот ты говоришь о неких стандартах, да, оценка того или иного квалификации. У нас есть вообще некий стандарт в России, или мы используем какие-то западные технологии традиционно? Знаете, они во всем мире, как правило, применяются одинаковые. Mm-hmm. Да. Есть системы тестирования, которые распространены во всем мире, и те, которые используем там, мы уже, начиная с основания, такие, например, как там тест Томаса. Да, я вот в нашем австрийском офисе увидел там лежащим на столе, то есть они его тоже используют. Ну, тест Томаса говорит само за себя, это не тест Петрова все-таки, а тест Томаса. Спасибо, Леша, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим наш эфир, уважаемые слушатели «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Алексей Ефремов, старший партнер международной консалтинговой компании «Априори». И тема нашего разговора – рынок кадровых агентств в России до, во время и после кризиса. Ну и напомню, я не случайно мы взяли именно такие акценты, потому что, видимо, на самом деле не только, наверное, кадровые агентства, в принципе, жизнь человеческая меняется, она каким-то образом, да, вот, протекает внутри этих событий всегда. Сначала мы живем, потому что все хорошо, потом что-то происходит, а потом мы к этому привыкаем, потом нащупываем дно, и опять все начинает вроде бы улучшаться, потом опять по башке, ну и так далее. Это нормальная жизнь. Экономисты называют это экономическим циклом еще, да? Мы не будем углубляться. Но... Знаете, некоторые кандидаты в кризисный период приходили, особенно кому уже за, там, за 40-50 лет, они говорят: вы знаете, я и 98-й год пережил, да, и дальше переживу. И дальше переживу, конечно. Ну, кстати, вот тоже тема хорошая, давай я ее сейчас помечу себе, и мы обязательно ей чуть позже к ней придем. Возраст. Потому что наверняка, да, мы сталкиваемся с тем, что человек, ну, тут даже те, о которых ты вспоминаешь, да, что люди, имеющие базу, уже опыт определенный, но на какой-то уже возрастной грани находятся, и, может быть, их не так, да, не с таким удовольствием берут на работу все-таки. В этом тоже есть проблемка некоторая, да. Ну ладно, давай вернемся. Итак, мы говорили о том, как существует кадровое агентство, ну и вообще, в принципе, рынок труда до кризиса, во время и после кризиса. Ну, кстати, вот кризисный этот момент помнишь, да, ты? Безусловно, когда конечно. Это почувствовалось? Какой месяц-то? Да я могу, наверное, сказать, что это почувствовалось с начала 2008 года. Прямо с начала именно? Да, это абсолютно точно было чувствительно уже с первого квартала, потому что у нас на тот период основные наши, у нас специализированная компания, основные направления были как раз это development и банковский сектор, и отголоски американского ипотечного кризиса начали включаться тогда. Но он уже бушевал почти год, да, с июля 2007 года ипотека накрылась в Штатах. Вот, и... Да, то есть с этого периода уже российские банки перестали кредитовать. Да, бум, новые, да, ипотечный. Да, да, новые самый... какие-то девелоперские проекты. Соответственно, у нас начал сокращаться бизнес от девелоперских компаний. А как это выглядело? Прям вот увольнялись, да, увольнялись? Или просто новых заявок меньше приходило? Ну, если мы говорим про начало 2008 года, то речь, безусловно, идет о новых, да, о сокращении новых поступлений, заявок. Ну, а когда накрыло уже непосредственно, что там произошло? Знаете, накрывало по разным секторам как-то в разное время. Вот. Прежде всего это, наверное, началось с банковского сектора, с того же строительного сектора, и потом докатилось до розницы, до товаров народного потребления. Вот. Наверное, в 2000
Новый год... 8 на 9. Да, Новый год 2001 января 2009 года. Все рекрутеры встречались с некой грустью. Ну, я вообще того, так, что происходит я на рынке. Вспоминаю, я не могу, конечно, говорить о том, что это было повсеместно, но если позволишь такую, такую шутку. Новогодний стол, да, с 8 на 9 год, видимо, за последние 10 лет был наиболее скромным. Наверное, да. Именно по этим причинам. Хорошо. Ну и вот эти отголоски до конца года, да? Потом вот более-менее приходить в себя, когда стал рынок труда. Более-менее приходить. Ну, понятно, что мы все время ждали, что будет еще хуже, будет еще хуже, будет еще хуже. Но как-то вот основа там, я не знаю, да, ноябрь, декабрь, может быть, или начало там февраль-март 2009 года уже как-то почувствовали это основание. Знаете, я могу говорить про свою компанию. Ну, это естественно. Так получилось, что мы в начале 2009 года получили несколько серьезных заказов от госкомпаний. Угу. Отечественных. Да, российских госкомпаний. Uh-huh. Вот, поэтому для нас 2009 год был достаточно стабильным. Uh-huh. Вот, что, более того, у нас ряд, две компании uh-huh. готовили IPO, несмотря на кризис, потому что это были сельскохозяйственные компании. Uh-huh. Вот, поэтому мы полностью укомплектовывали этот штат для них. Uh-huh. Поэтому для нас этот период достаточно... Ну, то есть они вас поддержали, да? Вот эта заявка, эти заявки вас поддержали. Да, просто. Это были... То есть мы вот на там, 5-7 ключевых клиентах uh-huh. удержались. 2009 год достаточно хорошо прошли. В принципе, если говорить, да, о кадровых агентствах, их число подсократилось, я так понимаю, да? Безусловно, да. Много очень маленьких агентств закрылось. Uh-huh. Крупные компании практически все проводили сокращения, причем я очень хорошо помню. Uh-huh. Тоже один эфир на радио в тот период, uh-huh. когда опрашивали моих коллег, первых лиц кадровых агентств, когда еще там в октябре, они говорили, что мы не чувствуем, да. Но, так скажем, вот уже сплетни вот по внутренней информации говорится о том, что говорили о том, что уже сокращение готовится. Действительно, прошли по рынку сокращения, потому что кадровый рынок, безусловно, это, наверное, первый рынок, как и финансовый, который на нем сразу ярко страдает, ощущается, да, все, да, если да. Действительно, на рынке кадровых агентств очень сильно вот кризис сказался, и это очень сильно проявилось. Ну и, соответственно, непосредственно на рынках кадровых агентств, и да, вы почувствовали наверняка, что сократилось количество, да, страждущих найти работу или найти, соответственно, специалиста. Ну вот как раз, нет, безусловно, количество желающих найти специалиста сократилось в разы. Ага. Вот безработных, да? Да, очень сильно поднялась безработица, потому что пошли первая волна сокращений. И прежде всего сокращений в тех отраслях, которые быстрее всего росли. Это там, банковский сектор, да, тот же самый, это финансовый сектор. Ну и вот здесь мне интересно, наверняка метаморфоза некая, да, смотри, все хорошо, до кризиса все хорошо, банковский тот же самый сектор растет, и, соответственно, соискатели, да, говорят о том, что вот смотрите, какой я молодец, какой я красивый, какой я умный, у меня вот дипломы, давайте мне зарплату, и я пойду к вам работать. А потом, да, случился кризис, и этот же, ну, предположим, этот же товарищ, не найдя работу, он наверняка свою позицию немножко поменял, так это? Ну, я могу сказать, что специалисты, международники, угу. То есть высокого уровня, да? Высокого уровня, финансовые директора свою позицию меняли до нескольких раз. Ну, если мы говорим про конкретную компенсацию, да. То финансовые специалисты вот именно в тот период угу. свои ожидания по да. заработной плате сокращали до нескольких раз. Ну, в 2-3 абсолютно точно угу. ситуации были. Ну и в конечном итоге находили они, да, предложение для себя? Или и даже это иногда не помогало? Ну, я могу сказать, что почему появилась безработица? Да? Потому что общее количество мест в стране сократилось. Угу. Вот, если говорить... Ну, то есть после кризиса, да, бизнес начинает оптимизироваться. А что в этом понятии мы? Соответственно, да, сокращаются издержки, ну и прежде всего издержки на рабочую силу, угу. зарплаты. Угу. Но я могу сказать, безусловно, любой хороший специалист, он так или иначе работу всегда найдет. Uh-huh. И к концу, наверное, 2009 года
все, скажем, ценные кадры, которые оказались после сокращений на улице, так или иначе... Они трудоустроились. Да, так или иначе трудоустроились. А могло такое быть, что вот даже в течение 2009 года, ну, мы теперь-то знаем, что, в принципе, да, кризис, ну, такая явная его активная фаза, это 2008 год до осени, потом какая-то попытка нащупать дно, это вот как раз, да, конец 2008, начало 2009. А потом, в принципе, к концу 2009 года, ну, как минимум, да, мы уже, так сказать, стояли на ногах, на новом уровне, может, но уже стояли на ногах. Так вот, вот в течение 2009 года мы могли те же самые, да, хорошие специалисты, ну, квалифицированные или не очень, несколько раз поменять рабочее место, потому что в начале 2009 года они шли на одни условия, а потом посмотрели, говорят, а чего это я так скромно, давай я новую работу найду и уже мне предложат там более интересный. Бывали такие случаи? Знаете, если сейчас спускаться в частности, наверное, бывали. Но какой-то вот там тенденции такой не было, мы, наверное, не замечали. Потому что... То есть человек нашел работу и радовался этому, да? И как минимум до конца года вряд ли ее... Знаете, всегда можно обсудить свою компенсацию со своим руководством. Поэтому не обязательно для этого... Менять работу, да. Ну вот в течение 2009 года такой повод для этого, на твой взгляд, по крайней мере, да, находился в течение 9-го, или это уже потом в 10-м, в 11-м, в 12-м? Я могу сказать, что в 2009 году впервые появилась тенденция среди москвичей менять работу на другие регионы. Например, наша компания нескольких финансовых директоров отправила работать в сельскохозяйственные регионы. Да, это... И люди переезжали, не имея других, так скажем, высокооплачиваемых предложений. Оттуда было высокооплачиваемое предложение, да, если они так серьезно меняли свою жизнь. Да, но, естественно, человек, который проработал всю жизнь в Москве или там большую часть сознательной жизни, с каким-то восстановлением экономики. Стремился вернуться, да. Поэтому через год-полтора большая часть этих специалистов вернулась обратно в столицу. Я понял. Кстати, вот здесь, наверное, стоит сказать о том, что, ну, сравнивая, допустим, с Америкой, ведь все-таки американцы народ более мобильный, чем мы с вами, россияне. Ну, безусловно. Хорошо это или плохо, я не хочу сейчас давать оценок, но очевидно, да, что там человек переезжает из региона в регион, и более того, не просто там поработать, да, годик-другой, а легко меняет место жительства, постоянное место жительства, да, там, заводит жилье новое и так далее и тому подобное. А здесь у нас... Я думаю, у них это национальная черта. Ну, то есть они изначально туда пришли, да, как чужаки, освоили это дело и так и продолжают перемещаться. Мне кажется, еще все регионы очень по-разному развиты. Вот. Угу. И мы всегда видим такую тенденцию, что вокруг там Ленинградского... Да, все, что вне Москвы и Ленинграда, то гораздо, да, гораздо скромнее. В Ленинградской области. Леш, спасибо. Сейчас новости на Финам.ФМ. Давай послушаем, потом продолжим. Продолжим эфир. Сегодняшний наш эфир на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня тему рынка кадровых агентств России. Ну и такое уточнение, как он чувствует себя до, во время и после кризиса, который у нас с вами достаточно свеж, да, свеж, кризис свеж. Ну, свежи эти воспоминания в памяти. В память, тем более, что как-то смотришь, да, сейчас чуть вперед и понимаешь, что, может быть, это еще и не все. Ну, я, наверное, могу сказать, что только не так давно закончились постоянные разговоры о второй волне. Да. Вторая волна, это обсуждалось, да, я помню. По-моему, весь 9-й, 10-й. Весь 9-й год, да, была вторая волна. Помнишь, там все, это кризис рисовался буковками, да, либо это V английская, как Виктория, либо это W английская, да, с двумя, с одним донышком, с двумя, добавно. Уважаемые слушатели, я напомню, в гостях сегодня Алексей Ефремов, старший партнер международной консалтинговой компании «Априори». Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495 и адрес компании finam.fm. Пишите, задавайте свои вопросы, ну и, собственно, помогайте нам рассуждать на эту тему. Вот у нас такой тайминг уже, значит, вырисовался, мы поговорили, как все это дело выглядело до кризиса, во время кризиса, в острую его фазу, по крайней мере, да, и потом, когда рынок, условно говоря, любой, причем рынок, не обязательно этот,
нащупал дно некое, да, он начинает потихоньку восстанавливать. То есть если сейчас сравнивать, да, позицию консалтинговых агентств, кадровых агентств, прости, этот рынок и с тем, что было, ну, там, в 2009 году, да, это сильно, сильно, разница видна сильно. Ну, безусловно, разница есть, вот, но мы все-таки, наверное, не оборачиваемся назад, живем сегодняшними реалиями. Я могу сказать, что рынок рекрутмента на сегодняшний день интересен не только российским компаниям. На рынок выходят и международные игроки. На российский рынок. Российский рынок, да? Рекрутмента, безусловно. И в 2009 году даже, и в 2010 были выходы новых международных игроков на российский рынок. Это в первую очередь было связано с тем, с большей стагнацией в еврозоне и с большими возможностями у нас. И эти выходы, на самом деле, сейчас можно уже говорить точно с уверенностью, что они оправдались. Оправдались. Да, многие европейские кадровые агентства нацелены на Россию, либо ищут здесь партнеров, либо непосредственно сами открывают офис. Ну и так же, как и в других секторах экономики, всегда смотрят с какой-то завистью, на завистью к возможностям и с опасением. Вот. С опасением о чем? Что они опасаются? Ну, о зависти с возможностей я понимаю, да, мы говорили об этом, что рынок Российской Федерации, ну, практически любой его сегмент, это не паханное поле еще. Это да, но опасения, безусловно, у них тоже есть, потому что... Потому что это Российская Федерация. Да, потому что есть непредсказуемость политической системы, есть непредсказуемость экономической с точки зрения зависимости нашей экономики от цен на нефть. Поэтому у них как бы и хочется, и колется. Ну, есть такая поговорка. Ну, смотри, опять-таки, если мы, ну, любой бизнес опять, да, обсуждаем, если ты принимаешь решение заниматься чем-то, то очевидно, да, ты смотришь сначала возможность на этом мероприятии заработать, а потом, конечно, ты оцениваешь риски, потому что, ну, не все складывается, да, как даже в известном анекдоте, помнишь, да, когда Рабинович сидит на пороге банка и говорит, что вот это моя территория, я семечки продаю, а банк этим не занимается, а я, соответственно, не лезу в их бизнес. То есть риски везде есть, потому что не урожай семечек приведет к тому, что ты прогоришь на семечках. Как это, может быть, не смешно, да, выглядит. И вот я вернусь к тому, о чем ты рассказываешь, да, то есть если, ну, иностранный игрок, если сейчас мы о нем говорим, он смотрит на рынок Российской Федерации, он прежде оценивает, да, его потенциал, ну, практически по сравнению с развитыми рынками, практически неограниченный потенциал. И в то же время он говорит, вот я боюсь, потому что есть риски, и риски связаны вот с тем, о чем ты сказал, да, это политические, соответственно, какие-то экономические. Ну, я прежде всего хочу сказать, что это, наверное, риски, с одной стороны, они отчасти оправданы, но с другой стороны, это все-таки разные там ментальности и разные. Так. И первое, прежде всего, восприятие Российской Федерации и нашего рынка на международной арене. То есть это тоже, то есть восприятие, да, иностранец, да, воспринимает Российскую Федерацию, ну, рынок Российской Федерации, да, своеобразно. Безусловно. И не всегда, я бы сказал, адекватно, да, не всегда объективно все же. Ну, к примеру, проекты, которые мы ведем международные, мы всегда стараемся переговоры вести посредством наших офисов в Европе, чтобы кандидаты из европейских стран получали предложение не от нас, а от наших офисов, потому что там им как-то более подробно на своем языке, у них, наверное, больше доверия к своим гражданам. Ну, разве что, может, доверие, да. Да, объясните, что в России, на самом деле, там, медведи по улицам не ходят. Ну, вот я тоже хотел этот банальный пример, то есть, если человек, да, едет, устраивается на работу в Россию, он опасается, да, уже он приедет, здесь его накроют. Кстати, он недалек от истины, вот март на дворе, да, приходит... Здесь по пояс в снегу, да, все на лыжах, думаю, боже мой, куда я попал. Вот. Ну да ладно, это будем считать временное явление, да, это проблемы природы, что называется. Но тем не менее, вот его, да, его подача такая, да, я сейчас в Россию приеду, и там не весь что, медведь или еще что-то такое непонятное. Давай лучше я в Европе. Но с другой стороны, ему потом ехать работать. Ну, или его успокоили уже, да, его коллеги европейцы успокоили, говорят, нет, там все хорошо, ну, не переживай. Задача, безусловно, задача любого консультанта предоставить больше информации, рассказать об всех возможностях, о всех преимуществах, о возможных тех же самых рисках. Вот, когда человек обладает
уже какой-то полной достоверной информации, ему, конечно же, легче решение принимать. А, кстати, вот опять вот очень интересный момент. Смотри, ну, представитель кадрового агентства, да, представитель этого бизнеса, этой компании, он заинтересован, да, в том, чтобы этот соискатель согласился на предложенное ему. Да, безусловно, конечно. Вот он с этой точки зрения не может иногда лукавить. Ну, не обязательно вводить в заблуждение, да, рассказывая о том, как все там хорошо, как пальмы, а потом оказывается, что не так. Ну, просто можно же, да, сделать акцент на этом, а это, ну, так завуалированно подать. Или забыть о нем рассказать. Ну, о чем-то негативном. Это, знаете, не... я думаю, что, наверное, все-таки такого на нашем рынке нет. Uh-huh. Вот, потому что если мы говорим про там, рынок топ-менеджмента, то все-таки он очень узкий. Uh-huh. И профессиональная, так скажем, этика и имидж свойства здесь гораздо дороже. Uh-huh. Вот, поэтому задача консультанта, безусловно, всегда на первом месте это выстроить отношения с кандидатом, чтобы кандидат в случае каких-то появлений, каких-то сомнений или еще чего-то, всегда ими поделился. Вот, поэтому наша задача всегда грамотно подать эту вакансию. И если что-то, не дай бог, какие-то минусы потом ее всплывут. Ну, вот это, это риск репутационный прежде всего, да? Безусловно, да, баллов консультанту это не добавит. И консультанту, и компании, да, это такая подстава будет уже. Да, да? Поэтому момент презентации проекта, презентации вакансий, компании, он очень важный в рекрутменте. Поэтому все консультанты это внимание большое уделяют. И здесь скрывать что-то бессмысленно. Ну, вот поэтому и иногда даже вредно просто. Безусловно. Согласен с тобой. Ну и давай вернемся тогда, или точнее продолжим разговор о нынешних временах. Хотя еще раз повторю, есть ощущение, что они не самые простые, не посткризисные все-таки, да? То есть как бы фазу активную, может, мы и прошли уже несколько лет назад, но как-то все не заканчиваются проблемы, причем даже, может быть, не столько даже в России, сколько, да, за ее пределами, а уж учитывая глобальность, да, экономических процессов, Россия не может в стороне остаться, даже при высоких, ну или относительно высоких ценах на нефть. Все равно нас потихонечку каким-то образом все это дело накрывает. Ну так вот, вот в нынешние времена, да, рынок этот выглядит достаточно уверенно, насколько я понимаю, да, и предложения о работе, и тем более, значит, встречные предложения, да, желающих устроиться на работу, они есть, их достаточное количество. И, Леша, скажи, пожалуйста, ну, опять основываясь, видимо, на вашем конкретном опыте, ну, или, может быть, у тебя есть более широкая статистика, кто сейчас наиболее востребован на рынке? Знаете, самые дефицитные сотрудники на сегодняшний день это, наверное, в области IT. Если сейчас говорить именно об отрасли, то, наверное, IT, потому что профессиональные кадры и редкие специалисты в каких-то областях, они всегда имеют место спрос, конечно. И в каждой области. Вот, но, наверное, самый востребованный это IT, потому что сам по себе отрасль растет, количество вакансий, рынок труда увеличивается для IT-специалистов, а подготовка идет не должным уровнем. Не с такой скоростью. Более того, я даже так вот, если на память, что называется, да, сейчас надавить, где у нас профессионально учат специалистов высоких технологий. У нас, по-моему, нет, да, и вузов-то таких нет специализированных. Ну, разве что какие-то факультеты, да? Ну, тех или иных. Я, честно говоря, не очень сейчас я по понял, вузам, я так скажем, знаток. Мы в большей степени опираемся на какие-то реализованные проекты. Ну, даже если сравнить, смотри, вот до кризиса, да, когда было все иначе, мы это обсуждали. Я помню, достаточно часто где-то в средствах массовой информации проводились опросы по поводу того, кем хотел бы стать, ну, там, условно, выпускник школы или выпускник вуза. И, да, все рейтинги били специалисты, там, я не знаю, с дипломом юриста, да, и экономиста. Экономический. То есть я пойду юристом, да, обязательно, либо это будет адвокат, либо там какая-то другая история. Знаете, сейчас подобные опросы среди молодых специалистов, все почему-то хотят работать в госструктурах и в прокуратуре. Ну, не хочется, конечно, да, говорить о мотивации подобного выбора, но
но мне кажется, всем она понятна. И в какой-то степени, может быть, даже это и такой, я бы сказал, не совсем корректный, расхожий стереотип. Вот, да, жизнь наша так как-то складывается, и, по крайней мере, все, что мы читаем, все, что мы слушаем, в конечном итоге сводится к тому, что да, вот так люди зарабатывают. Зарплату имеют небольшую, но у них есть возможности иные. Может быть, поэтому отсюда, да, и вот такой соцотпрос. Ну, может быть. Может быть. Ну да ладно, все-таки вот история с айтишниками гораздо более к сердцу, потому что, по крайней мере, да, это вполне реальная, и специальность реальная, и польза реальная, вполне безусловно. Реальная, конечно. На самом деле, если вот, допустим, говорить еще про разные отрасли и профессии, и до кризиса, и сейчас, к примеру, наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются в банковской отрасли также по-прежнему. И в... Ну, те же айтишники, наверное, нет? Безусловно, да, тоже, айтишники, да. И еще где? В нефтяной? И нефтяной сектор. Но в то же время специалисты, банковские специалисты в рейтингах удовлетворенности там, своей работой... А, работой сначала? Работы, да. В моральной удовлетворенности своей работы стоят на последнем месте. На первом, как ни странно, стоят, хотя, наверное, все-таки не странно, садовники и дизайнеры. Ну, садовники, это очевидно. Человек пошел работать садовником, видимо, не преследуя задачу заработать себе состояние, а преследуя какие-то другие более эмоциональные какие-то, да, мотивации. Забавно. Ну, а что касается сотрудников банковской сферы, то есть, с одной стороны, они имеют возможность заработать, видимо, да, если сравнивать с другими какими-то профессиями, но, с другой стороны, видишь, вот не греет их это место работы, наверняка оно монотонно, наверняка оно, да, как-то не особенно красочно для них, да? Ну, я думаю, что, в принципе, в современном обществе людям нужно более осознанно подходить к выбору профессии, то есть, когда проводились вот эти вот опросы касательно того, что юристы... Леш, прерву тебя опять, хорошо. Да, ты уже почувствовал. Сейчас мы новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира. Осталось 12 минуток нам обсудить тему. Тема, на самом деле, бездонная. Ну, как и жизнь, да, потому что человек, он изначально, как известные исследователи, да, утверждали, что человеком человека, из обезьяны, точнее, человек сделал труд именно, труд, поэтому кадровое агентство — это вечный бизнес. Это нормально. Итак, я напомню, значит, мы сегодня обсуждаем тему, связанную с рынком кадровых агентств России, и, собственно, достаточно подробно осветили с помощью моего гостя сегодня, как он выглядел, этот рынок, до, во время и после кризиса. Ну, подразумевается, сейчас мы как раз в посткризисные времена с вами живем. Я его еще раз представлю. В гостях сегодня Алексей Ефремов, старший партнер международной консалтинговой компании «Априори». Ну и еще раз на всякий случай, уважаемые слушатели, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Мы продолжаем разговор. Ушли мы на новости, да. Вот, некий такой рейтинг, что ли, выстраивая, наиболее востребованный, ну и, может быть, наиболее высокооплачиваемые сейчас профессии в России. Это, как ты сказал уже, да, это банковская сфера. Ну, да, на самом деле здесь ничего не поменялось. Ничего не поменялось. В кризис, до кризиса и после, безусловно, это остался банковский сектор и нефтегазовый сектор. Вот. Но здесь не нужно думать, что речь идет о какой-то средней зарплате в этом секторе. То есть просто пойти работать в банк не дает возможность заработать, больше заработать. То есть, когда говорят о том, что самые большие зарплаты именно в этом секторе, речь идет на самом деле о топ-менеджменте. То есть средний и мелкий служащий, да, там получают так же скромно, как и везде, собственно. Ну, получают так, как это определяет рынок. Мы же в рыночной экономике с вами живем. А скромно это или не скромно, мало ли. Ну, свои оценки. Нет, это понятно. Это очень субъективно. Но, с другой стороны, у нас же есть понятие, да, там минимальный уровень заработной платы или средняя там по больнице, да, по той же, по Москве, по столице, по регионам. Все это, да, эти самые социологи все это считают, да. Это вещь такая важная. Хорошо, я понял. Леш, еще один момент. Смотри, мы начали уже о нем говорить, потом прервались. Вот вспоминая
как после острой фазы кризиса в 2008-2009 году ты говорил, что достаточно серьезный специалист, профессионал своего дела, за неимением, я так понимаю, прежде всего, за неимением возможности устроиться в Москве, да, в Москве, в Питере, там, в крупном городе, тем не менее соглашались на переезд в провинцию, потому что им казалось, что вот там это более-менее достойно, да, предложение для стоит. А есть вот тенденция такая сейчас? Знаете, если есть, то это, наверное, единичные случаи, потому что Москва, на самом деле, тоже город достаточно непростой, из тех же самых пробок и так далее. Вот. Наиболее сейчас вот из Москвы тенденция уезжать, она не так развита, как... То есть люди принимают решения не так легко, как, к примеру, поменять один регион Российской Федерации. Но при этом, смотри, решение из Москвы уехать в провинцию, в регион, давай так, да, более политкорректно назовем, из Москвы в регион, несмотря на то, что есть выгодные предложения, да, все равно я сомневаюсь до последнего, не решаюсь и мучаюсь. Здесь я бы не стал это говорить как какую-то тенденцию, вот, потому что какую-то тенденцию в виде там оттока рабочей силы и умов из столицы на сегодняшний день не наблюдается, да, такой тенденции. А вот наоборот? А наоборот, безусловно, присутствует. Может быть, не в тех размерах, как это было 2005-2008 год, но, безусловно, столица потихонечку продолжает увеличиваться. Это нормально. Смотри. Уже географически. Да, последние события, да, это подтверждают. Вот 5-8, до кризисные годы, да, она достаточно быстро увеличивалась, столица, за счет приезжей рабочей силы. Это требовали те самые ресурсы, да, я имею в виду, что поскольку все тогда достаточно, да, активно росло, ну, развивалось, нужны были новые рабочие места, и, собственно, Москва сама не могла себя, да, удовлетворить, что называется, и это было необходимо. А сейчас из провинции зачем приезжает человек в Москву? Потому что порой, да, собственно, он может ведь себе, я так предполагаю, и в регионе найти и рабочее место, и место жительства не менять. Здесь же надо снимать квартиру, там, я не знаю, что-то менять в своей жизни. Ну, это, мне кажется, такие очень индивидуальные, на самом деле, случаи. Uh-huh. Потому что я встречал очень многих кандидатов в российских регионах, которые Москву никогда не рассматривают для себя. В принципе. В принципе, да. То есть, у них просто есть какое-то негативное отношение, наверное, к Москве. Ну, предвзятое, наверное. Предвзятое. Так скажем. Ну, да. Если мы многие кандидаты непосредственно нацелены на Москву. Сознательно. То есть, опять речь идет о том, да, Москва. Ага. Опять могу говорить только в сегменте менеджерского состава, управленцев среднего класса и высшего класса. Вот, поэтому, если мы говорим там про там найм квартиры и так далее, то, как правило, их компенсации позволяют справляться с этим, с такими, особо... да, задачами. Ну, опять смотри, если говорить о мотивации, да, человек рвется в Москву, в частности, в столицу. Это может быть, да, не всегда и мотивация именно материальная, да, что там больше зарплат, хотя, наверное, априори это предполагается. Но все-таки столица дает возможности, наверное, больше, да, то есть самореализоваться, я не знаю, вырасти профессионально, чего-то добиться, чего в регионах, к сожалению, не всегда есть. Ну, собственно, безусловно, здесь в столице всегда, в любой, наверное, столице мира всегда больше возможностей, большее количество предложений, больше инфраструктуры. Ну да, потому что она столица, да? Хотя бы потому, что здесь проживает больше людей. Большее количество людей, да. У нас есть звонок, давай послушаем. Эльдар, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот я сам приехал в Москву где-то несколько лет назад. То есть у меня здесь есть свое жилье. Свое уже, свое собственное. Да, свое собственное. Не в самой Москве, а в ближайшем Подмосковье, тем не менее. Неважно, да. Но мысль о том, что есть хорошая работа, стабильность, то есть, в принципе, все, слава богу, хорошо. Но не покидает мысль вернуться в тот регион, откуда я приехал. Покидает почему? Почему? Да. Потому что, то есть у меня там тоже, я уверен, что будущее будет нормальное. То есть, продав тот же самое жилье, которое я здесь, которым я здесь владею, я там могу купить дом. Да. Нормальный, причем, дом, и на машину еще останется, скажем так. Так вот, мысль такая, она не покидает. И у меня такой вопрос вообще. Как вы думаете,
сколько лет, в течение какого времени еще Москва будет наполняться людьми, а когда этот процесс прекратится и начнется обратный? Ильдар, какое время? Спасибо за вопрос. У меня к вам, если позволите, вопрос. А вы чем мотивированы? Вот вас гложет что? Ностальгия, да, желание вернуться именно вот в родные места, где вы родились? Во-первых, это круг, то есть очень много людей близких остались действительно там. Здесь найти друзей и близких очень сложно, тяжело. Очень сложно. Это первое. Второе, я считаю, что в Москве, в Московской области огромное перенаселение. То есть человеку, как индивидууму, как биологическому существу, нужно определенное пространство. Если оно слишком узкое, люди начинают быть злыми. Начинает лаять друг на друга. Что мы, собственно, и наблюдаем с вами, да, как правило? И наоборот. То есть человек – существо социальное. То есть в тайге в Сибири, где там на один квадратный километр там 0,00 человека, это тоже ненормально для человека. То есть, а в регионы предоставляют какой-то баланс этого. Вот именно это, наверное, тянет людей обратно. Я понял. Спасибо огромное вам, Ильдар, за вопрос. Спасибо. Ну, а вопрос я напомню, да, Ильдар интересуется, когда, ну, на твой взгляд, как профессионального рекрутера, когда действительно Москва наестся рабочей силой? Или такое в принципе невозможно? Ну, потому что, смотри... Наестся рабочей силой, все-таки действительно такая тенденция про то, что Москва увеличивается и появляется новый бизнес, такая тенденция продолжается. Но я хочу сказать, что рынок рекрутмента еще в докризисное время стал, если в процентном соотношении Москва и регионы, изначально это было 80-20 в пользу Москвы, там году в 2006, в 2007 это где-то уже 70-30, к 2008 мы по разным прогнозам подходили уже 50-50, Москва и против всех регионов. На сегодняшний день в регионах проектов, бизнес-проектов достаточно много, и регионы тоже, безусловно, растут. То есть российская экономика увеличивается на сегодняшний день, слава богу, не только за счет Москвы. Москвы, да. Да, может быть, там сейчас у нас тенденция к росту небольшая, там по разным прогнозам это 3-4, там 3-6 прироста ВВП в год на 2013 год. Но это не только за счет столицы. На сегодняшний день сейчас уже начинает строиться завод Hitachi в Тверской области. Ну, там много примеров, там, конечно. Очень много сейчас и иностранного бизнеса в регион идет. И разные губернии проводят. Причем, кстати, вот если ты, да, привел пример, ну, вот одной из иностранных компаний, и этих примеров масса, ведь они идут тоже сознательно в регион-то, да? И, может быть, даже и выгоднее было в Москве, где сосредоточиться, или в ближайшем Подмосковье. Но у них есть, в конце концов, бизнес, да, проекты. Это земля дорогая, да, обслуживание дорогое, рабочие силы дороже, чем в регионе. Они идут в регион, развивая его тем самым. Если мы говорим про индустриальные компании, они в регионы идут, безусловно, за более сознательно, сознательно за более дешевой рабочей силой и идут в те регионы, где, грубо говоря, где их ждут на уровне местного правительства, где есть, грубо говоря, где им рады, где, да, есть, где понимание, да, есть, где естественно, понимание, конечно, где строят технопарки, дают там определенные условия работы. Вот. Ну и вот, собственно, Ильдар интересовался, на твой взгляд, да, будет когда-нибудь наступит такой момент? Или все-таки Москва, как бездонная бочка в данной ситуации, все равно будет постоянно требовать. Вы знаете, мне бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы рост был и в Москве, и в регионах. И, просто он, видимо, как-то сбалансировать. Да, действительно, более сбалансированный рост. И сейчас именно это сейчас потихоньку начинает и происходить. Кстати, вот уже времени мало, а перспективы, буквально два слова скажи, да, как ты видишь вообще развитие и рынка кадровых агентств, и, собственно, рынка рабочей силы? Знаете, рынок кадровых агентств, безусловно, развивается, несмотря ни на что. Появляются новые игроки, появляются новые талантливые консультанты на этом рынке и новые лица.
и небольшие новые компании, и наша компания, безусловно, увеличивается. Я думаю, все-таки хочется верить в то, что это отражение нашей действительности, действительности, да? И действительно, что в нашей стране с экономической точки зрения есть перспективы ну, дай бог, и порядок. Дай бог, Леш, дай бог. Я с тобой соглашусь. Я тоже в это очень хотел бы верить. Уважаемые слушатели, я благодарю моего гостя Алексея Ефремов, спасибо, старший партнер международной консалтинговой компании «Априори», за то, что он нашел время сегодня посетить нашу студию. Мы обсудили с ним ситуацию на рынке труда Российской Федерации. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Ну и традиционно успехов в бизнесе. Всего хорошего. До встречи.